На улице 40 лет Победы в городе Тольятти сотрудники ГИБДД попытались остановить машину, которая хаотично двигалась по дороге. Водитель автомобиля отказался выполнять требования полицейских и решил скрыться. Началась погоня. Пытаясь оторваться от преследования на большой скорости, нарушитель неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. Стражи порядка предупредили водителя о том, что необходимо остановиться через громкоговорящее устройство, но предупреждение эффекта не возымело. На требования полицейских и звуки сирены лихач только прибавлял газ. В пути следования правонарушитель, не справившись с рулевым управлением, допустил занос автомобиля и наезд на бордюрный камень. На кадрах видеорегистратора видно, как водитель покидает машину и пытается убежать от полицейского. Совсем скоро мужчина был задержан. Им оказался 25-летний молодой человек. Вместе с водителем в салоне машины находились еще 4 пассажира. В ходе общения полицейские заметили у водителя явные признаки опьянения. Позднее результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту управления транспортным средством водителем, находившимся в состоянии опьянения, составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В настоящее время транспортное средство помещено на специализированную стоянку.